Добрый вечер. Сказки, как известно, формируют человека. С детства в душу проникает представление о добре и зле. А если это еще, так вам не повезло, что русские народные сказки, то еще и беспросветной глупости, нелогичных поступках поступает массовый пласт информации о лени, о стремлении навредить себе, о стремлении и умении нагадить другим, при этом остаться абсолютно безнаказанным, быть положительным героем при массе негативных поступков. При этом, естественно, быть таким достаточно негодяйственным человеком, которого все боятся, мало кто уважает, но при этом все признают, и чаще всего при этом еще слыть дураком. Такой удивительный пласт русских народных сказок. И перестав слушать сказки в бабушкином или мамином исполнении, и при этом не усомнившись в проникших в подсознание истинах, наш человек вырастает, становится взрослым, начинает жить и, вольно или невольно, исполнять программу самоуничтожения, сформированную фольклором и озвученную ближайшими родственниками. Пагубней и нагляднее всего простенькая сказка в одну страничку печатного текста, которую многие мамы сейчас, может быть, даже в режиме онлайн читают своим детям, пытаясь их потихонечку как-то усмирить. Сказка называется «Курочка Ряба». Это как раз сказка о том, как люди пытались изничтожить источник дохода. Помните, курочка снесла яичко, непростое, золотое. Дед бил, не разбил, бабка била, не разбила. В конце концов, они сломали то, чего им досталось практически на халяву, потом стали плакать с легким испугом. Курочка их начала утешать: не волнуйтесь, я вам новое яичко снесу, все будет окей. Вот этот нелогичный сценарий уничтожения добра, попавшего тебе в руки, он к чему? Ведь сказка не ставит никакого вопроса, никакого сомнения в том, что это неправильный поступок, что не так надо было поступать. Это сказка, которая вызывает умиление у бабушек, у мамы, соответственно, вызывает некое натужное умиление у детей. И не поставив никакие вопросы, она отправляет ребенка во взрослую жизнь с этой нелогичной мотивацией к разорению и уничтожению источника дохода. Причем на пустом месте. С чего вдруг это люди стали делать? Совершенно непонятно. Не менее пугающий стереотип закладывает в беззащитного ребенка и сказка о теплой и праздной жизни одного агрессивного и неуправляемого бездельника. Причем знаменитого тем, что он устраивал массовый ДТП с тяжкими телесными повреждениями. Он покушался на должностных лиц при исполнении. Он угрожал людям насилием, расправами, уничтожением чужого имущества, рейдерским захватом. И в итоге он не только не попался ни на какое административное или уголовное наказание, он узурпировал власть и начал править царством. Называется это русская народная сказка «По щучьему велению». Сыновей, как вы помните, было трое. Самый неудачливый и по тексту дурак Емеля лежал на печи. Он был абсолютно не способен никаким действиям и поступкам. Тем не менее, его пытались как-то более-менее приспособить к домашнему хозяйству и поручали ему не самую сложную работу. И Емеля как раз своими поступками он опровергает другой русский постулат фольклорный о том, что под лежачий камень вода не течет. Течет еще как. Если посмотреть, то то, чем занимается нынешняя наша вертикаль властная, от и до, сверху вниз, снизу вверх, в любом ракурсе на нее взгляните, она только тем и занимается, что воспроизводит ежедневным усердием эту самую впитанную в детстве сказку. Потому что задача нашей власти — это сочинить такую бумажку, которая сама все сделает по щучьему велению. Это либо указ, либо закон, либо поправки к закону, либо постановление правительства. Но по мановению, по щелчку пальчиками, раз, и мы напишем такой грандиозный документ. Как правило, это очень зверская, жестокая инструкция по ограничению, о мерах по дальнейшему ужесточению. Но в результате эта бумага, она сама все сделает. Работать никто не будет. Работать в стране уже все давно закончили. А бумажки писать по любому поводу наша вертикаль не закончила. Причем одна бумажка страшнее другой. И посмотрите, что происходит, например, на ниве автомобилизма. Там, начиная от незапятнанной Яровой и заканчивая этими двумя проснувшимися единороссами в Верхней Палате Парламента, у которых сейчас возникла идея ограничить нас в правах из-за превышения скорости. В два раза превысил, поэтому ходи два года пешком. То есть несоразмерность наказания правонарушению, и тем не менее, она, пожалуйста, такая волшебная бумажка, которая после того, как будет написана, она что? Она исправит ситуацию на дорогах. Конечно, все же после этого станут ездить как шелковые. Тем не менее, к сказке обратно. Если помните, в этой сказке «По щучьему велению» там ведь не щука универсального диапазона травмирует психику ребенка наиболее масштабно.
Там есть грандиозная совершенно русская печь. Она стояла в доме, и она была теплая, очень такая вот наглядная, убедительная, двигающаяся в нужный момент по маршруту. Она, когда пришла в движение, немножко порушив дом, начала заодно пугать еще обывателей, тем не менее цели она достигла. И вот этот вот тягостный и неосознанный стереотип из далекого детства, на мой взгляд, реализуется во взрослой жизни покупкой джипа. Вот такого сопоставимо грозного, опасного и безнаказанного. Ведь многим людям в повседневной жизни джип не нужен. Мы же не будем утверждать, что это все отголоски мечты о колхозном крестьянстве и послесловие к любви к УАЗику. Вот наш человек, который сейчас покупает себе здоровенную мощную штуковину и ездит на ней по улицам, давя окружающих или просто пугая окружающих, он это взял в память о несостоявшейся мечте быть агрономом. Маленький мальчик в детстве смотрел, как у него на лужайке пасутся коровы, далеко-далеко на лугу пасутся Правильно, коровы, пейте, идите молоко, будете здоровы. Он хотел быть агрономом, мечтал о кирзовых сапогах и об УАЗике, да? Или родители ему говорили: «Ванечка, не пей водку с детства, учись, и станешь ты тогда председателем колхоза, и будет у тебя тот же самый ржавый УАЗик, а вместо кирзовых сапог у тебя будут яловые». Вот отсюда у нас мечта о джипе, да? По-моему, нет. По-моему, как раз от русской самой печки в сказке «По щучьему велению». Если вы помните, вот там же как раз полная неуязвимость Емели, лежащего на печи. Но ведь перед тем, как на печи поехать давить людей, по царскому уже теперь соизволению, он поехал разбираться с царем, Емелю отправили по хозяйству за дровами. Он сел в сани, приказал по щучьему велению саням двигаться, причем так быстро, что, согласно историческому тексту, лошади не успевали. И что он сделал? Он ехал через город, где подавил и покалечил массу народу. А когда обратно возвращался, то загодя приготовил себе дубину, и народ потребовал сатисфакции, естественно, пытался расправиться над обидчиком, но Емеля, человек неуязвимый, вломил им всем, он дубинке дал команду: «Ну-ка, дубинка, обломай им бока». И дубинка, вот этим, в общем-то, не виноватым ни в чем людям, пострадавшим от произвола транспортного средства, товарищи Емели, она им обломала бока. А вот сейчас эта волшебная дубинка продается у нас в качестве аксессуара в автомобильных магазинах. Называется дубинка бейсбольная. Вы знаете еще хотя бы одну страну мира, где бейсбольная бита продается не в магазине спорттоваров, а в автомагазине, как автомобильный аксессуар. Дубина. Вот это откуда? То есть Емеля, он ведь не только дров наломал, он еще населению нагадил, потом за свою вредоносность этим людям отомстил. При этом в сказке он остался персонажем с незапятнанной репутацией. То есть давить всех, обламывать бока дубинкой, стращать печью или джипом – это такой массовый стереотип поведения на дорогах. Откуда это берется в наших добрых, нежных, открытых людях? Вот мы же люди сердечные, мы же все замечательные. А почему бы вот этот стереотип давить всех на джипе и размахивать дубиной не из русских сказок? Вот не из детства. А почему-то не оттуда. Ведь вполне может быть, что и оттуда. Причем, ведь если вы помните, Емеля после эпизода с санками, печкой и давленным в результате массового ДТП с тяжкими телесными повреждениями народом, он не угомонился, он приехал к царю на разборку, он прихватил там еще Марь-царевну, после чего оказался в бочке. Тем не менее, из бочки, конечно, благополучно выбрался, устроил самозахват земли. В одностороннем порядке, без согласования с товарищем Онищенко и госком архитектуры, построил дворец. И когда к нему, не зная, что это он еще, там, помните, пластическая операция у него была по изменению внешности, потому что мать-царевна сказала: «Слышь, Емельечка, что ты выглядишь как урод? Ты не мог бы выглядеть поприличней?» Ну, а что, конечно, можно. Он стал выглядеть советом и более прилично. И когда царь приехал к нему на разборки как к какому-то иноземцу, захватившему кусок его территории, то Емеля ему сказал: «Слышь, ты помнишь, это же я, тот самый поц негодяйский, который у тебя народ давил, которому ты ничего сделать не мог. И которому, если помните, товарищ царь, дубинкой я обломал бока вашему офицеру при исполнении. Первичным-то был как раз офицер. Потом уже стали вельможи ездить на переговоры с Ваней, с этим самым, с Емелечкой. Емелечка всем вломил дубиной». И здесь, в разговоре с царем, сели они по первой, налили, по второй налили, он ему сказал: «Я вообще твое царство все пожгу и разрушу». После чего добился, соответственно, блистательного брака и стал править царством. Он еще и власти добился. То есть вот этот сценарий заманчивый для страны.
многими реализованы. Лучше б, детки, вы в детстве спали бы, чем сказки такие слушать на ночь. Тогда, может быть, не покупали бы вы вместо колхозных УАЗиков черные джипы с дубиной, чтобы давить народ, ездить поперек поголовья подотчетного населения и стремиться к узурпации власти. Не каждая сказка имеет столь разрушительные последствия для психики детей, но когда закладывается какая-то информация в голову, и она не поддается критическому анализу, она в том числе и подобным образом тоже произрастает в поступках взрослых. Перерыв на новости. Телефон Сергея Асланяна 65-10-99-6. Потихонечку начинаем общаться уже на тему, интересную не только для меня, но и для вас. Здравствуйте, Павел, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сергей Степанович. Здравствуйте, Павел. Но если Павел, я по отчеству, то неудобно. Павел, простите, как ваше отчество? Мое в Фейсбуке, мы с вами списывали. Ну, и тем не менее, Павел, вас, кстати, плохо слышно. Я хотел поддержать вашу тему и просто дополнить. Что давайте. У нас в Ростове видят достаточно хорошо, и таких вот людей с мигалками, если честно, вот, как первым регионом, я практически не видел. А без мигалок на черных джипах, да с бейсбольной битой в качестве спортивного аргумента? Нет, бывает такое, но хамство не такое. Но вот если переезжаешь в Краснодарский край, то эти же джипы, они уже все с мигалками, они уже все очень-очень-очень сильно наглые. Если приезжаешь в Ставропольский край, то там вообще труба. Там на приоры ставят мигалки, и молодежь ночью просто так катается. Поэтому на самом деле, я думаю, все это зависит от как сама власть показывает себя, и от этого и народ идет в соответствующий. А подспудно нашими народными сказками фундамент не закладывается, а вспыхивает только в качестве реакции на поведение власти? Или власть у нас тоже в детстве, начитавшись и наслушавшись русских народных сказок, ведет себя не всегда логично, иногда вопреки здравому смыслу, не говоря о том, что подло и нечестно? Ну, я думаю, что на самом деле вместо сказок у нас была история, и всякие партийные машины, суперномера. Ну, а в детстве-то, ведь понимаете как, ведь человека, которого взяли и в инкубаторе воспитали по 10 святым заповедям, довольно трудно будет потом как-то, если он зацементировался в понимании этих истин, трудно будет, тяжело будет сделать негодяем и подлецом. Можно, наверное, особенно если его посадить куда-нибудь в концлагерь Освенцим, из него можно что-нибудь не то сделать, но в обычной жизни, скорее всего, вектор, имея позитивный, он уже не станет негодяем. За рулем ли, в быту ли, на работе ли. А если он впитал не те представления о жизни, то вполне может быть, что оно боком нам всем выходит, когда он дорывается, например, до 5-го по счету миллиона и покупает себе черный Гелендваген. Как раз за 5 миллионов. Нет смысла, на самом деле. То есть, может быть, подобное допущение правомерно? Конечно, конечно. Но мне кажется, что основной, конечно, роль играет. У меня, допустим, есть знакомые люди, которые причастны к власти и так далее. Ну, то бишь, имеют там ранг какой-то, но они совершенно спокойно и на дороге настолько спокойно себя ведут, не показывая ничем, там, кроме красивых номеров. Вот. С другой стороны, есть люди, которые в их же подчинении ведут себя настолько нахально и жутко, что просто ужас какой-то. То есть ничто не помешало этим людям остаться приличными, несмотря на то, что они забрались на какой-то административный верх? Конечно. То есть фундамент, воспитанный в этих людях, оказался прочнее, и их не смогла испортить ни власть, ни вседозволенность, которая практически прилагается. Власть сама подбирает себе таких людей, которые потом ездят с битами. Ну, кстати, да, но с битами ездит не только власть, с битами же ездит и простолюдин. Ему же тоже надо как-то показать, что он какой-то вес имеет. И этот вес он должен предъявить статусностью своего автомобиля и агрессивностью своего поведения. Потому что какой смысл ехать просто на большой черной машине, если ты никого не напугал? Просто тихо красться в правом ряду на Гелендвагене? Ну, я не встречал такого. Возможно, просто не все видел. Кстати, вот на Женевском автосалоне на одном из стендов тюнинговой фирмы был автомобиль, сделанный специально под заказ для России. Это черный матовый Гелендваген с позолоченными аксессуарами, там типа зеркал, решетки радиатора, патрубков выпускной системы, и у него на двери было написано «Спиридон». Я подозреваю, что это Погонялово, что, наверное, владельца зовут как-то вот типа Спиридонов, но в узком кругу профессионалов, его знают как Спиридона, и вот этот Спиридон заказал себе такую тюнинговую классную машину, и он будет на ней ездить и собирать аплодисменты и взоры, восхищенные с тротуаров, поскольку действительно однозначно удача жизни человека, и печка его, и Емеля удался,
и дубинка, которая, если что, я так понимаю, прилагается. Не спорю. Хорошо, до свидания. Спасибо вам, Павел. Иван у нас на линии. Здравствуйте, Иван. Алло, Сергей, добрый вечер. Здрасте. Хотел бы, во-первых, поблагодарить вас за такую передачу. Спасибо вам. Очень нравится, слушаем каждый выпуск. Вопрос следующий. Сейчас являюсь владельцем Citroёn C4 нового, ну, последнего на рынке. Думаю, сделал правильный выбор. Катаюсь, очень нравится. А моторчик вот какой у вашего C4-го? VCI, который вы так не любите. 120 лошадей. Ой, да, я его не то что не люблю. Я его боюсь. Он меня в трепет и легкий шок вводит. Но это же не значит, что он сразу как заколдованный должен сломаться. Вовсе нет. У вас автомат или ручка? Ручка. Я поэтому на автомате не брал, потому что очень вялое сочетание двигатель-коробка. Да. На ручке замечательная машина. А по подвеске какая классная. А рулится как. А красота. Ведь в C4 садишься, там же... Вот такое ощущение, что они специально поставили задачу перед дизайнерами и сказали, ребят, ну сделайте все нетривиально. Там же ни одной нету тривиальной вещи. Начиная от стрелок спидометра и заканчивая просто, не знаю, ручкой изнутри. Ведь со вкусом, все утонченно. Все не только функция, но все еще и образ. За что берешься, что попадает в поле зрения, все вызывает интерес, иногда переходящий в восторг. Да, вот все так, как вы описали. А вопрос у меня следующий. Что вы можете рассказать про новый А-класс Мерседеса, который вот только сейчас выйдет? Какое-то принципиальное различие между 1.8, там, по-моему, двигателем и двушкой, и семиступенчатая коробка, что о ней можете сказать? Ну и вообще, ваше какое-то мнение хотелось бы услышать об этой машине. Иван, вот то, на чем вы сейчас ездите, оно лучше, полезнее и интереснее, чем Ашка. Ашка — это хэтчбэк. Это мерседесовский хэтчбэк. Он сделан по тому же принципу, по которому, например, Nissan делает Infiniti. Он берет просто машинку, заворачивает ее в дорогую бумажку и говорит, знаете, а это шедевр. Кто верит, тот на нем ездит. Кто не верит, тот ездит на C4. Нет, Сергей, а если вот отбросить цену, предположим, ну, с технической точки зрения? С технической точки зрения это просто хороший хэтчбэк с достаточно вялым характером. Ну, вялость у каждого же по-своему проявляется. Вы можете на своем C4 сделать любого на BMW. Просто не каждый BMW об этом знает. И вот когда делали Ашку, то задача была угодить не вам, а начинающей толстеть домохозяйке. Поэтому во всех реакциях, каких можно, в приоритете между комфортом и управляемостью выбирали комфорт, чтобы не растрясло, чтобы оно ехало, и хотели получить просто нормальный кухонный предмет обихода, сопоставимый с остальной утварью на кухне, там, типа кофемолки Bosch. Есть кофемолка Bosch, есть Mercedes A-класса, желательно, чтобы они были одинакового белого цвета. Мотор двухлитровый не обещает ничего того, что вы ждете от этой цифры в 2 литра, но едет это добротно, да, нормально. То есть вы сядете за руль этой штуки, вы поедете, он крупный по размеру, уж предыдущая-то Ашка была довольно удобная. Она была, конечно, вертикаль вытянута, этот немножко в длину, удобно, хорошо, практически без эмоций. По-моему, в прошлом или позапрошлом номере авторевью как раз они спокойно примеряли на себя эту машину. Ну, женщины сказали, да, это машина, мужчины сказали, нет, это не машина. Это говорит о том, что целевая аудитория немцами была угадана безупречно. Не для мужика. Импотенты всех краин, единяйтесь, гоп, в одну кучу за руль А-класса. Либо добрые барышни. Барышни будут счастливы. Понял. Идеология этой машины, вот она такова. Александр. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот у меня дилемма. Audi Q5 с дизелем 2 литра или бензин? И, соответственно, на коробке там есть S-Tronic и Tiptronic. Вот не могли бы вы дать комментарий, между что все-таки выбрать для города? S-Tronic от Tiptronic отличается тем, что Tiptronic, насколько я помню, это обычный автомат, а S-Tronic — это робот, который DSG, фольксвагеновский. И вообще, в целом, у немцев уже давно в приоритете дизель. Они когда затевают какой-то новый автомобиль, они изначально планируют его дизельным, выкладываются по полной программе, весь инженерный талант вкладывают именно в дизельную модификацию, потом уже смотрят, ну что там, где-то есть в отсталых странах, в папуасиях любители бензина, ладно, сейчас что-нибудь сделаем, что там им, 2 литра, 3 литра, ну пусть забирают, а для немцев, для эстетов, для знатоков дизель. И Q5 на 2-литровом дизеле, он замечателен. Хотя, конечно, бензинку, особенно если вы возьмете топовую, самую дорогую, какую только сможете, будет замечательно ехать. Но машина изначально была рассчитана под дизель.
А коробка Айстроник, вот этот робот, он надежный, так сказать, я слышал отзывы, что есть, ну, какие-то претензии к ней, что были есть, какие-то проблемы. Есть, есть проблемы, и будут эти проблемы. И пытается, конечно, Volkswagen, Audi как-то повлиять на них, что-то сделать, отверточкой подкрутить в нужном месте. Они даже из Японии специального шамана вызывали, который должен был объяснить, почему у японцев не ломается, а у них ломается. Но дальше как повезет. На роду не написано. Это не значит, что все 100% Audi на DSG в обязательном порядке получают довольно быстро медный таз. Не накрывается это медным тазом. Оно живет. Очень сильно зависит от того, везет или не везет, и от того, какой хозяин. Если вы слушали наши предыдущие выпуски, то не так давно звонил нам, например, обладатель автомобиля, у которого с коробкой DSG его штуковина уже далеко за 200 тысяч ушла. И никаких проблем. У него там больше вопросов было по двигателю, чем по коробке. То есть абсолютно никаких замечаний. При том, что он же звонящий говорил, что у него приятель, у которого точно такая же машина, тоже такой же DSG, на 30 тысячах уже все, уже сломался. То есть разные люди очень по-разному эксплуатируют один и тот же агрегат. Вот если абстрагироваться от практики, а уйти в теорию, то DSG — это гениально. Великолепно придумано. Исполнено, ну, очень по-разному. Просто вот, ну, совсем по-разному. А для город, не город имеет значение, где ездить? Нет, не имеет значения, потому что в Германии тоже есть часть людей, которые выезжают за город, а есть часть людей, которые приезжают в город. Нету вот этой вот какой-то серьезной разницы, когда данная коробка предпочтительней для каких-то определенных сценариев по жизни. DSG, она чем хороша? Вообще, зачем она придумана? Не только для того, чтобы не было разрыва потока мощности, то есть у вас постоянно колеса, что называется, получают крутящий момент. Самое главное, DSG, она помогает двигателю экономить топливо. И задача DSG — очень быстро угадывать ту передачу, которая будет оптимальна, чтобы и под тягой оставаться, и при этом, чтобы обороты не уходили за 2500. Тем более на дизеле это здорово получается, поскольку дизель, он все-таки по моменту, по полке крутящего момента всегда ниже. То есть DSG, она способствует экономии. Перерыв на новости. Телефон Сергея Асланяна 65 10 99 6. Общаемся, в том числе и по сказкам, а также по действительности нашей русской окрест радиостанции. Сергей на линии, здравствуйте. Сергей, добрый день, спасибо за передачу, 1000 лет вас слушаю. Спасибо. Какой же я древний, как русские сказки. Скажите, Сергей, а как вам кажется, все-таки сказки хоть как-то формируют нас или нет? Я думаю, формируют, но мне больше нравится «Колобок». А вы помните, кстати, добрую бабушку и доброго дедушку, особенность которых в том, что у них лицензия на убийство Колобка. Ведь они Колобка сделали для того, чтобы его съесть, но Колобок удрал, и его съела лиса. И бабушка-дедушка нам в сказке преподносятся как очень позитивные персонажи, которые печалятся о судьбе Колобка. На самом деле есть-то было нечего, и они мечтали его сгрызть, поэтому бабушка и дедушка — это не добрые папа с мамой, это не добрые родственники. Это те, у кого лицензия на убийство Колобка. Это род человеческий, который делает все, чтобы потом это же употребить. Да. В том числе и машины. В том числе и машины. Так, что у вас с машинами, Сергей? Машины. Весна скоро, рыбалка открывается. Так. Надо вот 300 километров ездить вокруг Москвы на рыбалку. Гранд Витара 2004 года. Ну, это понятно, вот рамная. Да, это еще задний привод, у нее нормальный, на самом деле это очень хороший внедорожник, нормальный, полноценный внедорожник. Да, ну вот поэтому как бы смотрел и Дастер, и Шевиниву, и в этом ценовом категории где-то, ну там 500, там 600 тысяч рублей, но ничего нету, и вот подумалось, что лучше взять Suzuki Grand Vitara 2004-2003 года, разобрать, вложить в нее деньги и сделать нормальный автомобиль по проходимости. И вот хотелось бы проконсультироваться по поводу двигателей. Там есть 2 литра и 2,5 V6. Да, и есть такой. Литровый, он еще даже двух типов, там две мощности по крутящему моменту разные. Не подскажете, что лучше выбрать? Там еще же и дизель есть. Он иногда на наш рынок приходит, такая штуковина. Я посмотрел, как бы, ну, в ближайшем, так сказать, обозримом, вот где-то, я предполагаю, взять, дизеля нету. Вот ну, не хотелось бы с дизелем, честно говоря. У меня поклонник. Под наблюдением до недавнего времени была американка с двигателем V6, вот этим вот большого объема. И несмотря на пробег там за 300... Да-да-да. Ну, там у американцев их было несколько вариантов. Этот был даже еще больше по объему. Но это не суть. Он оказался на редкость живучим. Вот что бы хозяин не пытался с ним сделать, убить его не удалось. Многое, что удалось сломать,
мотор не удалось. Причем там он цепной, и у него потихонечку начали сдвигаться фазы, потому что уже цепь растянулась, натяжитель, естественно, накрылся. И вот в этом состоянии машина, тем не менее, по мотору вопросов не задавала. То есть она погибала молча, но она тянула до последнего. Вы шестой предпочтительнее взять. Не факт. Ведь вы сейчас приходите играть в лотерею, и вам нужно выбирать уже не мотор, а остаточный ресурс. Общее состояние машины, ворованные, не ворованные у нее документы, насколько сильно скручен спидометр, а понятно, что он будет скручен. И если у вас есть возможность проверять компрессию, например, на рядной четверке, проверить компрессию в четвертом цилиндре, насколько она сильно отличается от других трех. Да, да, это все будет. Вот, то вот, есть будет машина разбираться, грубо говоря, а потом собираться. Вот представьте себе, Сергей, вы выходите на рынок и видите две машины, убитую V6 и неубитую рядную четверку. Какая после этого разница, насколько лучше был при жизни V6? Я понял. Ну, да, то есть остаточный ресурс. А по трансмиссии не подскажете, это все-таки задний привод или задний... полный привод? Или можно на полном приводе у нее вот постоянно ездить? Нет, не получится. Она классическую имеет внедорожную схему, такую же, как наш УАЗ. У нее задний привод, подключаемый жестко перед. В раздатке есть пониженный ряд. Но как только вы по-чистому, по-сухому, по-ровному начинаете крутить повороты, вы тут же приканчиваете всю систему по переднему приводу. То есть она для серьезного бездорожья, и в этом ее главный может быть минус, потому что когда сухо, хорошо, чисто, солнышко светит, вы едете на заднем приводе, а потом попадаете в лужу, и выясняется, что было бы хорошо, конечно, на переднем, либо на полном, но уже поздно, вам нужно... Вот так получается, что я где-то 200-300 километров я должен отъехать, поэтому хотелось, так сказать, с комфортом, ну, с небольшим комфортом, с удобством доехать. Правильно, а там уже, конечно, дальше как бы полазить. Еще тогда почему-то пропали Ford Escape и... Ну, проходная модель была, к нам она пришла совершенно случайно, всего продавалась полтора года, потом была попытка реинкарнации. Машина никакущая, и полный привод у нее реализованный через муфту, а муфта имеет тенденцию к перегреву и к отказу на пустом месте. Это обычная, да? Да, это переднеприводная машина, причем она сделана, вот была по принципу такого вот чисто американского продукта, не имеющего экспортной перспективы. О том, что машина окажется в нашем краю бесхозных дорог и направлений, никто не предполагал. В Америке никто бы не догадался о том, что у нее слабая трансмиссия. Конечно. У нее хороший был мотор, тоже неубиваемый. Причем там была, как всегда, гамма, и V6 там у нее был, и рядная четверка. И моторы жили долго. Но все, что касается трансмиссии, это была, конечно, та еще засада. А ведь очень многие машины пришли к нам переднеприводные. И многие владельцы до сих пор думают, что они ездят на полном приводе, потому что так ни разу не согнулись в поклон, в пояс и не глянули, что там сзади. Это не вы, спасибо, не ваш случай. Да, тут уже все понятно. Спасибо. Еще последнее. Да. Вот, Mazda Tribute. То же самое. Ну вот Ford Escape и Mazda Tribute — это одна и та же машина на одном и том же таиландском заводе выпускаемая. Все. Просто понятно. Она имеет разные логотипы. То есть... Большое вам спасибо. Спасибо вам. Понятно, что вы уже нашли эту машину, посмотрели ее внимательно. Не поверите. Сергей номер два. Здравствуйте. Да, добрый день, Сергей. Я хотел бы послушать ваше мнение о новом Fluence, который у нас выходит в апреле, и в частности о новом поколении вариаторов, которые на него будут ставить. Что вы скажете о надежности? Более надежные ли они, чем предыдущие? Или что вообще? Ну, Сергей, новые они будут только для нашего рынка, эти вариаторы. Потому что это все-таки тот самый Samsung, у которого начинка идет ниссановская. И если вы обратили внимание, у нас с этого вот рестайлинга, кроме приятной, наконец-то, уже внешности, меняется еще один мотор 1.6 на другой мотор 1.6. Потому что нынешний флюенсовский 1.6, который французский, он вообще никакущий. Он в принципе никакущий. Это вот как анекдот про запорожец, который не может стронуться с места, и все водители сзади бибикают и говорят: ну ты когда-нибудь видишь? Говорит: ребят, ну я на жвачку наехал, ну извините, ну вот сейчас вот то же самое. Поэтому будет произведена замена силового агрегата, а к этому не французскому, а японскому силовому агрегату от Nissan, к нему подходит тот самый вариатор, который у нас на половине машин нашего рынка давно уже известен. И он нормален и надежен. Дальше как повезет. Если вы счастливы на вариаторы, ну, как, знаете, счастливые в браке, они обычно счастливы во всем. Если вы счастливы в этом отношении, то вам выпадет тот самый Fluence, у которого ничего не сломается. Если вы награбленно ступаете по жизни или запуганы русскими народными сказками с детства, то ваш вариатор может и сломаться.
Спасибо большое, я все понял. Скажите, Сергей, а вот как вам кажется, все-таки сказки какой-то след оставляют в нас? Они что-нибудь с детства нам задают в качестве направления? Или кому-то повезет отвертеться? Я думаю, у всех по-разному. У меня только хорошие впечатления. И не могу назвать себя каким-то таким... Надеюсь, что нет, конечно. Вы не испорчены поэтому... сказками, не запуганы да, ими. Да, не испорчены. Да, поэтому я считаю, что они абсолютно на всех индивидуально. То есть, может быть, кому-то и повезло, а вам точно повезло. Сергей, ваш флюенс будет служить долго и счастливо в ваших хороших, заботливых руках доброго человека. Так что не стесняйтесь, вариатор вас не подведет. Вы не поверите, у нас на связи Сергей. Здравствуйте, Сергей. Сергей, здравствуйте. Хотел у вас поинтересоваться мнением насчет семейного минивэна, чтобы, ну, как вариант, расположить на втором ряду двух ребятишек. И очень подкупает возможность в Chrysler Town & Country проход между этими двумя сиденьями заднего ряда, например, если посадить маму. Да. Хотелось бы, может быть, если есть какие-то варианты, что-то, может быть, похожего, если не Chrysler, в пределах, ну, может быть, 900 тысяч и что-то такое, ну, понадежнее, что ли. Но вы идете на вторичный рынок поиграть в лотерею, потому что Town & Country вы возьмете там. И, наверное, где-нибудь года 2005-го. Насколько ну, я понимаю. 8-й, 9-й, может быть, даже вписывается в этот. Ну, да, если повезет. Потому что 5-й, это, наверное, нижний стартовый предел. Американец, он хорош. Если у него подобраны все проблемы, что называется, все сопли, то, скорее всего, и не сломается. По мотору точно не сломается. За 900 тысяч вы как раз вступаете в мировое минивэн-настроение, сертифицированное под наш рынок. Потому что здесь есть, например, Mazda 5. Пишется в одно слово, несмотря на то, что неприлично звучит. У нас есть Туран, но он зверски дорогой. Есть несколько Фордов и есть несколько французов. Ну, там Ford C-Max, S-Max, есть Galaxy. Вот это достаточно неплохие машины. Хотя, конечно, у американца, у него в минивэн-настроении приоритет. Они молодцы. И Town & Country, хотя это всего лишь комплектация, но так или иначе это нормальная длиннобазная версия, в которой удобно. Но, кстати, если вы ходите по вторичному рынку, у вас ведь дети, судя по всему, гераклеофорбии в детстве не ели, если помните Герберта Уэллса. То есть по типоразмеру у вас задача просто кресло поместить, и при этом вас привлекает еще перспектива, что когда вы будете делать в квартире ремонт, вы сможете жить в своей машине и ходить в детскую комнату, не спотыкаясь о обувь, разбросанную в коридоре. В том числе, да, как бы коляска туда помещается, если сложить третий ряд, поэтому это тоже подкупает. Но если, Сергей, не получается, посмотрите на рынке, на универсалы и в первую очередь на такой грандиозный автомобиль семейного человека, как Opel Vectra C Caravan. Она остается легковой машиной, то есть она более приемлема для повседневной жизни, потому что не автобус. При этом, в отличие от седана и хэтчбека, она по базе удлинена на 120 мм по ногам задних пассажиров. И у вас дети никогда не будут массировать вам почки своими ногами. Багажник там огромный, его даже Шкода Суперб не переплюнула. Коляски туда встают, вещи туда положить есть куда, но вы оказываетесь за рулем не автобуса, а нормальной хорошей машины, которая, если что, подъехал, подвез, покатался. При этом по управляемости она не имеет проблем. Их очень много с мотором 1.8, его не надо пугаться, нужно просто брать рестайлинговую версию уже с новой физиономией от Astra. Когда мотору 1.8 подняли мощность до 140 лошадиных сил, потому что он родился на наш рынок, пришел с мощностью 120 лошадиных сил. Но вот 1.8, 140, это уже прожиточный минимум. Он бывает на роботе, робот поганенький. Он бывает на автомате, с автоматом коннектится плохо. Он бывает дизельный, это значит, он пришел из-за рубежа. У нас 1.8 был на ручке, либо у нас уже был двигатель 2.2, вот он был с автоматом. Если повезет такую найти, машинки эти стоят от 500 тысяч. 500, 600, 700, 800. Она, когда была молодая, она стоила в долларах 27 тысяч, 28. Курс тогда был 23, это, соответственно, 5-6 лет тому назад. Поэтому, в принципе, они сейчас не выплескиваются ни в коем случае за миллион, они стоят по 600, по 700 тысяч. Но универсал и легковая машина в целом, она логичнее по нашей с вами жизни, чем автобус, в котором вам еще нужно будет иногда подрабатывать кондуктором. Вы какие своим детям сказки читаете на ночь, Сергей?
Ну, пока книжки читаем, они там коротенькие сказки. По поводу сказок согласен. Сказки — это, наверное, как и книги, это маленькие истории, которые мы в свое время переживали и выносили свои выводы из этих историй. И как-то, так сказать, делали нашу жизнь богаче. То, что мы не можем попробовать сейчас в реалиях, мы находили это в сказках. Поэтому я абсолютно сторонник хороших сказок. А хорошие, вот русский народный, курочка ряба, дед бил-бил, баба била-била, а потом все сидели и рыдали над содеянным. Это хорошая сказка или плохая сказка? Неизвестно. Это зависит от того, как это в ребенке зерно ляжет в душу. Непонятно, потому что некоторые от этого становятся сердобольными и жалеют неразумного деда и бабу, а некоторые понимают: а, круши, бей, ломай, а нам не предугадать. Я думаю, что в конце появляется решение, и вопрос или проблема, да, они решаются. Что можно интерпретировать, что у каждого вопроса, у каждой проблемы есть решение. Нужно его находить. Курочка ряба предложила им это решение. Они-то натворили делов, а она сказала: вы не волнуйтесь, я вам счетчик-то обнулю, и у вас все будет хорошо. А решения от деда и бабы не было. Перерыв на новости. Телефон Сергея Асланяна в прямом эфире, любимый Сергеем Асланяном, радиостанции 65 10 99 6. Тем не менее, несколько сообщений с сайта. Сравнить, пожалуйста, Passat B6 и Opel Vectra C. Opel Vectra C раз в 5 лучше, интереснее и правильнее, чем Passat B6, в котором только имя славное, а также совершенно шикарная статистика угонов. Так, в общем, достаточно банальная машина, ничего особенного. Причем там подвеска алюминиевая. Я не люблю машины на алюминиевой подвеске, тем более, что вы ее сравниваете с Opel. У Opel подвеска железная. Новый Ford Kuga и бесконечное количество вопросительных знаков. Да, рестайлинг. Машина стала менее красивой, с более широким модельным рядом по двигателям. То есть уже можно что-то подобрать. Первый Ford Kuga с треском провалился на нашем рынке. Московская представительство Форда с этим будет не согласна и попытается спорить и рассказывать о том, что они продали на 8 машин больше, чем запланировано. Нет, они пришли сюда не с тем мотором, не с теми коробками, не с теми ценами, и этот очень красивый дизайнерский автомобиль провалили. Они просто проиграли рынок. Сейчас они приходят с рестайлинговой версией, которая, ну, внешне не лучше, внутренне, да, она, пожалуй, поинтереснее. Расскажите, пожалуйста, про Subaru Tribeca. Subaru Tribeca — это машина, которая очень серьезно подкузмила фирме Subaru. Она пришла на американский рынок в первую очередь в расчете на то, что непритязательные американцы будут реагировать на размер. Американцы так и сделали. Они этот космодром на колесах с удовольствием покупали. Название Tribeca — это приблизительно на наши деньги переводится как Subaru Рублевка. Tribeca — это такой у них очень зажиточный микрорайон для достойных ребят с широкими лицами и, соответственно, широкими кошельками. В наших условиях у Tribeca каждые 20 тысяч километров пробега желательно полностью менять переднюю подвеску. Машина неудачная вне московской кольцевой дороги. Ну, в центре города, конечно, у нас любой аппарат будет в масть, в радость и повезет куда надо. У Tribeca, что хорошо, это магнитола. Если машина дилерская, если там частоты совпадают с нашим диапазоном, играть в эти кнопочки — сплошное наслаждение. Ездить уже хуже. Сергей, закончились. У нас Станислав. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно вас слушать каждый день. Соответственно, у меня есть несколько вопросов. Давайте. И первый вопрос у меня такой. Сам я езжу на Volkswagen Passat B7. Ух ты. Да, с DSG-коробкой, ну, 1.8 стандарт. Соответственно, менял я DSG на 30 тысячах. О, причем весь по гарантии? Да, по гарантии. Причем стоимость этого всего 35 тысяч. Но, естественно, по гарантии мне бесплатно обошлось. И как бы я этому рад. Соответственно, вопрос такой. Мне дали 5 лет гарантии. Сказали, что новая DSG, она улучшена. И, соответственно, у меня вопрос. Это правда или нет? Как вы считаете вообще? Лучше она или нет? Ну, в плане, крепче она или не крепче? У нее две новые гайки и новая прошивка. Да, в этом отношении она кардинально отличается от другой. Но именно на нее теперь 5 лет, либо 200 тысяч километров пробега, и Volkswagen, уже пребывающий в состоянии легкой истерики и обильного слезоточения по данному поводу, он говорит: да, все, вы нас победили, рынок нас задолбал, черт с вами, подавитесь, даем 5 лет, так уж и быть, катайтесь. До ума довести... Ну вот видите как, на 30 тысячах у вас она сломалась. Есть люди, которые 200 тысяч отъездили, никаких проблем, при том, что все это и в том, и в другом случае в шкурке довольно тяжелого Passat.
Ну да. Скажите, а Станислав, у вас есть вот эта махалка ногой под багажником или нет? А, нет, у меня этого нет. Я, насколько слышал, что это вообще в России отсутствует, что это европейских рынков. Да, 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 да. Причем сейчас она еще получила дополнительную опцию. Если эдак взмахнуть, так она еще и закроется. Что совсем здорово. Да ладно, это вообще круто. Кстати, вы как раз нагнулись, а в этот момент у вас кошка пробежала там где-то, шмыгнула под, у папы под ногами, и вас хлоп, и папа в багажнике упакованный, и все. Может быть, пополам даже. Ну да, да, страшно, конечно. И второй у меня вопрос. Смотрите, вот думаю, поменять ли мне мой Passat на BMW 3-ку, поддержанную 2010 года, то есть она уже рестайлинговая, но не последняя. Ну, где-то двигатель 325. Говорят, что 325 медленнее B7, ну, 1.8 TSG. Что вы скажете по этому? А что значит медленнее? Вот чем мерить? Секундомером или заводскими настройками, заводскими инструкциями? Ведь впрямую сравнить их, по большому счету, никто не осмеливался. И вот это медленнее или быстрее, это сколько? Вы до телеграфного столба планировали долететь за сколько? За 6 секунд или за 8? Ну, не знаю, как получится. Желательно за 9, да? Чтобы пожить лишнюю секунду. Конечно. А у вас насколько искушенный опыт смакования заднего привода? Вы умеете в управляемом заносе эдак элегантно мести по траектории? Нет, к сожалению, этого я не умею. Я не настолько профессионал, скажем так. Она может вас заставить полюбить профессию извозчика. Когда да, вам что? Туда, она говорит, не туда, вот так и эдак. Потому что задний привод. Все-таки чудо-то не произойдет, физику же не обманешь. Когда задние гребут, соответственно, вы там сидите, немножко выпучив глазки, пытаетесь ее завернуть в поворот, она говорит, нет, Стасик, не пойдет. Я сегодня вон в тот телеграфный столб. Ты же хотел, чтобы быстро. А что, если XI? И вообще, вот про XI слышал, что она не очень надежная, именно вот 25-я. Разговоры о надежных или ненадежных машин, они исходят от двух разных категорий людей. От тех, кто уже сломал, и от тех, кто еще не сломал. Вот те, кто уже сломал, они говорят, не разочек буквально, так она же... А те, кто на ней ездит, говорят, что это он, собственно, да все же нормально. Но иксы, вообще вот эта полноприводность BMW-шная, она ведь немножечко с уклоном в задний привод, там же не 50 на 50, там же где-нибудь так 48 на 52, ну и прочие нюансы по настройкам. Поэтому у вас перед тоже делает вид, что способствует, а на самом деле зад-то поглавнее получится. И хотя электронных ошейников очень много, я знаю массу талантливых людей, которые всю страхующую электронику смогли обмануть и все-таки в объятия столба уйти. Очень талантливые ребята были при жизни. Ну, не дай бог, чтобы так повезло. Нет, конечно, ни в коем случае, не дай бог, естественно. Но смотрите, какая штука. Вот вы сейчас, наконец, добились от своего Passat'а полного признания вас в качестве хозяина, от сервисной сети получили новую коробку, у вас, наконец-то, в семье все устоялось, машина ведет себя так, как нужно, и... А тут вы берете чужую загадку, BMW не ворованных, с неперебитыми номерами и с некривыми документами на вторичном рынке не бывает, и вы отказываетесь от надежного помощника по хозяйству в пользу эксперимента. Вообще, конечно, рискнуть в жизни – дело полезное. Вопрос в том, надо или не надо. Вы какие сказки в детстве слушали? У вас братья Гримм в анамнезе не пробегали в неадаптированном переводе? Помните там такие жесткие сказки средневековья мрачного? Знаете, вот как раз на самом деле хотел сказать, что я очень много сказок читал, и как раз братья Гримм у меня присутствовали в жизни, там парочка книжек точно была, и у них невообразимые абсолютно сказки. В детстве они, конечно, воспринимаются своеобразно, во взрослой жизни по-другому. Станислав, а вот речь-то идет о чем? Это были сказки адаптированные или не адаптированные? У вас бременские музыканты были какие? Добрые, где они оркестр, и в русском изложении, или они... В оригинальном изложении, где всех собирались на живодерню отправить, а они просто сбежали от палачей. Ну, я, честно говоря, прям про бременских музыкантов не помню, но я помню другие сказки. Мне кажется, они не адаптированные были. Зверские. И такие достаточно злые, да, сказки были жесткие. В таком случае действительно не адаптированные, и дают представление о том, какая чудовищная была в Европе атмосфера средневековья. Братья Гримм очень точно ее воспроизвели, но называть это сказками... Но это только у переводчиков избыточное чувство юмора позволило называть это сказками, особенно детскими. Там волосы дыбом встают. Посмотрите на мою прическу. У меня все волосы закончились именно на этом упражнении.
Когда я читал в неадаптированном переводе эти самые сказки братьев Гримм, они у меня вставали дыбом, вставали и перестали вставать, поскольку просто разбежались от ужаса. Ну да, это ужастики, действительно. Там и людоедство присутствовало, да? В полной мере. Да, а при этом какая у нас добрейшая получилась классная рок-опера «Бременские музыканты». Насколько великолепный мультфильм, насколько он добрый, насколько там все правильно по акцентам, насколько там позитив, позитивный, негатив, негативный. Глупый царь, в конце концов, поплатился за свою глупость, а главный хороший герой оказался действительно с незапятнанной репутацией. В оригинале там петуха собирались сварить, собаку собирались прибить за то, что она стала старая, и ее хотели просто, ну, как там, на мыло. А осла вели на живодерню, и с него уже собирались подковы содрать. Но каждый из этих зверей... И кота, кстати, туда же. Он старый, мышей не ловит, его решили прибить. Ну, зачем нужен в хозяйстве драный старый кот? Но каждый из этих... Точно. Да, и каждый из этих зверей смылся. Он сказал, да я еще пожить хочу, я еще могу. Они организовали странствующий коллектив, к счастью, не банду, и отправились зарабатывать себе на жизнь всеми доступными способами. Вот о чем была эта добрая детская сказка. И как хорошо, что у нас с вами в детстве «Бременские музыканты» вылились в такой шикарный мультфильм. Как, впрочем, и «Негодяй Карлсон». У нас это классный, совершенно хулиганистый мужичок с пропеллером. Да. И наш Винни-Пух — это великолепный, потрясающий Винни-Пух, на котором очень здорово воспитывать детей, несмотря на то, что, конечно, Винни-Пух, ну, не умен, поступки не всегда логичны, но они очаровательны. И это мультфильм факт. Великолепен. И нам с вами повезло то, что взамен наших жестоких русских народных сказок мы получили вот эти переводные, но настолько профессионально преподнесенные нам мастерами мультипликации. И мы получили с вами заряд доброты из этого нашего детства. Не меняйте свой Passat, оставьте его, и он еще довольно неплохо вам послужит. А тем более будет интересно, ведь вы на одном этапе уже выбили из дилерской сети замену коробки по гарантии. Сейчас вам эту гарантию продлили. И если с коробкой что-то не то, вы, как уже поднаторевший специалист по решению проблем в свою пользу, опять-таки нагнете их аккуратно об коленку, пригрозите им неадаптированной версией расправы по сценарию «Братьев Гримм» при помощи адвоката и знаний, и никуда они не денутся, и ваш Passat, ваш, с вашим характером, понимающий вас, будет вам служить долго и счастливо. А BMW, которая получала первичные навыки выживания под управлением другого человека и почему-то была продана на третьем году своей жизни, явно не потому, что с ней все хорошо, она остается сказкой, но очень неприятной. До завтра. Спасибо.